Ну что, парень, ты теперь понял, что мне нельзя ставить условия? Стреляй, Крюков. Стреляй! Пиу, пиу. А теперь выключи ошейник на Ольге. Сначала пистолет брось. Кнопочку мне нажать? Взрыв или остановку? А? Нормально. Даже самому интересно, какую кнопочку я нажал. Да? Хорошо. Ну, я позже перезвоню. Ну, что-то я не узнаю тебя, Крюков! Ты осознанно сейчас обманул женщину. Ты же прекрасно знаешь, что никому никогда уже не сможешь позвонить. Ты же обещал, что дашь мне исчезнуть. А я передумал. Ты посмотри, как все отлично складывается. Я стал свидетелем убийства барина, пытался тебя остановить. Ты оказал сопротивление, мне пришлось тебя убить. Я даже, может, за это медаль получу. Ладно. Аривидерчи, Крюков.